приближаемся к Эльбрусу. Мы, конечно, к нему не доедем. Но на водопад Султан мы точно попадем. И к источникам минеральным обязательно попадем. А на Эльбрус мы поднимемся попозже. Между прочим, мы поднимаемся все выше и выше, и становится все прохладнее и прохладнее. Надо, наверное, остановиться, кенгурушку одеть. Стадо. Еще лошади еще и спят лежа. Теперь понятно, что это за черные пятна на асфальте.